Он у меня магнитолу украл! Задерживайте его! Бодикамера висит на груди, записывается. Смотрите, граждане, вершится правосудие над вором магнитол. В нашей зеленой Нижегородской области. Он опять приехал, меня арестовывает. Поднял, значит, на камеру клифу. На каком основании, да. Знаете его в лицо. Федеральный закон о полиции, статья 7, часть 1. Также будет проведен личный досмотр на основании статьи 6, части 1. И главное, это тяни время. Начал похлопывать верхнюю тучу гражданина. Я не понимаю, что ты говоришь. Не понимайте дальше. Это что, превышение полномочий, как я понял? О, Сашка, ну, здорово. Все жалобы пишите тогда, обжаловать. Сая, здорово. А что случилось, Сая? Лично ничего не было найдено. Так, документы ваши где? Нигде. А тебя спрятал подальше. Приспустил масочку. Займи машину. Это превышение полномочий. После чего... Да-да-да, конечно. После чего... Так. Достал капкат, как раз вот тут часочек зашел в базаных. Что ты говоришь? Завезли фотобазу данных. Что ты там достал? Установил личный чек. Да на каком основании сейчас меня опять задерживаешь? На основании федерального закона о полиции. На каком основании, уёбок ебаный? На каком основании ты сейчас меня задерживаешь? На основании 7 статьи, часть 1, пункта 1 федерального закона о полиции. А что означает эта статья? Вы ничего не знаете, но это ваш проблем, что вы не знаете. Так. А что означает эта статья? Будьте знакомитесь на официальном портале. Что ты приехал на парковку? Ты охранник парковки? Никак нет, я не охранник. Вы оскорбляли меня и не понесли должного наказания за это. Так, ладно. Оскорблял ты меня. Достал капкат, рукав утилизовался, начал заполнять данный гражданин. Саша, мне стыдно носить такой же скин, как у тебя вот эта вставка. Открыл дверь, после чего ссылочек автомобиль... Ебать, ДПС, главное деньги нахуй получить. Главное шучу деньги дом, получить выбрик, нахуй и упаковать не нахуй пацана. Не оскорбляйте, не а оскорбления нету никакого. Он хуесос беззубый, блядь. Не, а почему вы, блядь, мы еще приводим халаты? Да им только деньги нужны, не они специально покупают. Не оскорбляйте, я у меня уже задерживаю. Ебаный.